Даже если вы позволите маленькую речь, очень важно, что сегодня за событие. Прежде всего, я хочу очень поблагодарить коллектив. Да. Музыкальность, да. Транснадежность. Транснадежность. Да. Поприветствуем, друзья. Да, друзья. Друзья, сегодня у нас особый день. Сегодня, пару часов назад, у нас произошел 100-й выпуск скульптурного портрета курса. С этого курса почти 8 лет назад началась вся жизнь школы. Я создавал этот первый курс, я преподавал, сделал целую там мастерскую и так далее. 7 лет мы находимся в Артмузе, но первый год жизни он был в другом месте, на соседней линии. И на сегодняшний день вот этот маленький курс, это так назывался студия скульптурного портрета, то, с чего все началось. За эти почти 8 лет команда выросла до более чем 35 человек, штат 12 преподавателей-кураторов, я сейчас пересчитывал. 12 человек, такая команда. Да, на сегодняшний день мы одна из самых таких, наверное, я даже не побоюсь слова ярких, школ скульптуры и анатомии в России, и даже достаточно хорошо известны за рубежом и уже преподаем зарубежной публике. У нас ученики со всего мира. У нас появилось как и онлайн направление, так и вот здесь офлайн. Мы планируем на следующий год открывать филиал в Москве, мы уже к этому готовимся. Это была такая секретная новость, но я вам рассказываю, уже есть рабочая группа. Да. И мы создаем уникальные товары для скульпторов, которых нету нигде в мире. И мы продолжаем это разрабатывать. В общем, у нас очень много всего. Мы так разрослись всего за 8 лет. Но все началось, друзья, с курса «Скульптурный портрет». И сейчас был 100-й выпуск. Очень важно, что у нас важная традиция. Каждый выпуск мы чуть-чуть улучшаем курс. Поэтому 100 раз он претерпевал маленькие улучшения, и впереди у него будет еще модернизация. То, как это начиналось когда-то, и то, как это выглядит сейчас, это совершенно разные вещи. Но в жизни всегда нужно понимать, что нужно с чего-то начать. Вот этот старт, каким бы он ни был, самое главное – это путь, это идти, идущий осилит, и путь приведет к такому потрясающему, как вот сегодня здесь. И, кстати, вы знаете, кого лепили? Мы лепили Александра на 100-м выпуске. О! Да. Спасибо большое. Я со своей стороны буду очень благодарен, действительно, если мы поддержим эту потрясающую музыкальную группу.